Сегодня в Баку стартовал 7-й Кубок мира по конному поло. Первый день соревнований сборная Азербайджана начала с победы. Повержена Швейцария со счетом 10-3. Кураж поймал капитан азербайджанской команды Эльчин Джамалы. Большая часть голов была забита именно им. Мы очень активно готовились к этим соревнованиям, четко следовали стратегии. Первое состязание полностью оправдало наши надежды. Мы следовали выбранной стратегии. Дай бог, мы и дальше будем показывать отличные результаты. В прошлом году мы заняли 2-е место в Италии, но в этот раз наша цель – стать первыми. Командная работа и хорошо отработанная стратегия определили успех Азербайджана. Победа в этом матче мотивирует на дальнейшие успехи, уверены игроки. Несмотря на некоторые трудности, мы все же смогли победить. Я желаю удачи всем, но надеюсь, что наша азербайджанская команда займет 1-е место. Напомним, что новая судебная система ВАР будет впервые применена на подобного рода соревнованиях. Решение судьи будет возможно изменить путем просмотра видеокадров. На 2-й день соревнований Азербайджан встретится с российской командой, а в последний день состоится матч за 3-е и 4-е места. Алагёс Гаджиева, Али Сурхайоглу, CBC.